Всем привет, с вами Ева Трэйва. Заметили, какой у нас сегодня набор? Ставим лайки, и мы посмотрим, что там внутри. Ну что, делаем распаковку? У нас есть вот такая красивая досточка. Шариковый пластилин. Есть пушистые помпончики, двигающие глазки, бусинки. И цветочки, и герои, и проволока. Хотела еще и вот такие красивые блесточки. Ты определилась, что будешь лепить из этого всего? Да, определилась. Цветочки. Класс, давай. Сначала нужно слепить лямку. Маша, ты будешь с нами лепить? Лепить нужно не на Евиной голове. Пахнет яблочко. Так это получается ароматизированный слаймик? Да. Здорово. Интересно, а чем будет пахнуть у нас, допустим, фиолетовый? Виноградом. О, здорово. Он такой приятный на ощупь. А давай в нашу полянку добавим еще вот такой крупный с шариками цвет зеленый. Давай. В наборе есть еще вот такая гибкая проволока. Порежем проволоку. У нас получится 3 цветочка. Для красоты я решила добавить своих бусиков. Маша решила у нас плей-до позаниматься. Паска-паска, получись. Паска-паска, получись. Ай, уточка получилась. И вот сюда. Становим наших героев. У нас есть мелкий пластилин, и мы его можем добавить на грибочек. Давай, Ивушечка. Чем пахнет? Непонятно. Желе пахнет. А может быть жеванками? А может быть жвачкой? Да, жвачкой. Дай Марусе понюхать. Давайте теперь украсим все блестками. Ребята, пишите в комментариях, что мы слепим в следующий раз. Пока-пока!